Поехали. Кино будем сниматься? Конечно. А? Классное кино. Кино называется «Детское пьянство и наркомания по Первомайски». Давайте, представляйтесь, как вас зовут? Слобозян Артём. А? Слобозян Артём. Артём, да, тебя? Да не надо мне отчество, Господи, зачем мне? Вика. Вика, и ты? Алина. Алиночка. Я дядя Юра, меня зовут дядя Юра. Я приехал с Николаева. Посмотреть, продадут ли у вас тут. Мы договорились с милицией, что мы никого сегодня не будем ни штрафовать, ничего. Мы будем просто спрашивать, продадут сегодня вам пиво, вино, сигарет, водки. Сами вы, кстати, курите? Пьете? Нет. Нет? Не боитесь? Боюсь. Чего боитесь? А вот как вы думаете, продадут? А если ну, давайте по порядку. Артём, как ты думаешь, продадут? Нет? Если вспомнил за паспортом, уже нет. Продадут или нет? Нет. Не продадут? Ага. А вот это ты как думаешь, продадут? Алло, алло. Девушка, да. Вы не продали только что ребенку пиво, да? Ну да. А чего не продали? Снимаем 21 год. А? Снимаешь 21 год тебе. 21 год нема, да? Конечно. Поэтому не продали. Да. Молодца. Мы вам вызываем благодарность вам. От имени всех родителей. И часто подходят дети, нет? Ну, бывает. Бывает. Подходят. А штраф вы знаете какой, конечно. Да? Какой? По-моему, 6 тысяч не ошибаюсь. Сколько? 6 тысяч, если не ошибаюсь. Красавица, молодец. Я тебя поздравляю. Молодец, ты знаешь. 6800 да. Гривен. У меня в кармане их нет лично. Я тебя благодарю от имени всех родителей Первомайска, что вы это сделали. Как тебя зовут? Света. Светочка, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Ты совершила очень взрослый поступок. Как тебя зовут? Все, я не буду снимать лицо. Ты не продала ребенку, что они хотели купить? Водку. Водку? Не продала, молодец. А часто приходят дети, водку просят купить? Очень редко. Редко, да? В основном сигареты, на пиво. Да. Сигареты. А сигареты продаешь? Нет. Тоже детям не продаешь. А пиво? Пиво тоже не продаю. Молодец. Ну все, я не ребенок, поэтому... Годом и пожелать вам от имени нашего движения. В Первомайске новое движение открылось. Родители против наркотиков. Угу. Вот вы сейчас совершили... Геройский поступок. Не продали ребенку ни сигареты, ни пива, ни вино, ни водки. Как вас зовут? Вика. Викочка, можно вас поздравить с Новым годом? Пожелать вам всего самого наилучшего. Вы правильно сделали, что вы это не продали. Вы же знаете, какой штраф, да? Знаю, конечно. Сколько? 6800. 6800. Уточняю. 6800. С Новым годом вам. Спасибо. Всего самого. И вам спасибо. До свидания. Наоборот. Вы сейчас совершили геройский поступок. Не вы не про. Я вас не фотографирую. Конфеты можно фотографировать? Фотографию. Как вас зовут? Оля. Олечка. Меня жена Оля зовут. Вы совершили. Я вас не фотографирую. Я вас хочу похвалить. Вы совершили геройский поступок. Не продали ребенку. Что не просили, кстати, пиво? Пиво, да. Не продали. Нет, потому что есть. Молодец. Молодец. А что есть? Ну, есть такие законы, что нельзя продавать. Ну, так есть закон. А есть такие магазины, где продают. Ну, так им нема по 18 лет. Кому? Ну, этим ребятам. Ну, конечно же, ты увидела, конечно же, нема. Это мы, Первомайское движение родителей против наркотиков. Ходим и вот спрашиваем, продадут или не продадут. Не нашли еще ни одного магазина, где продали. Вообще красавцы. Почему вы не продаете? Ну, потому что им нема 18 лет. Молодец, молодец. Олечка, с Новым годом тебе. Всего самого хорошего и удачи в личной жизни. Пока. Олег, а давай сейчас позвоним отсюда. Вот это старый горисполком, да? Ой, как красиво. Операция сорвалась. Расстроились? Нет, нет. Молодцы. Наоборот. Я кстати, очень рад, что не продали нам нигде. Ни одной грамульки, ни пачки сигарет. Ни... Кто сказал, что... Артём, ты, по-моему, говорил, да, что не продадут? Да. Молодец. Откуда? Ты знал, наверное. Ты знал, что не продадут? Да. Мне не продавали. А? Мне не продают. Да, реально не продали. Хорошо, поздравляйте давайте с Новым годом наше движение. Вы знаете, что в Первомайске теперь открылось движение под названием «Родители против наркотиков». Да. Давайте. Уже теперь желаю. Поздравляйте. Снова был. Не, ну что-то желаете. Желайте всем тетям. Мы сегодня были только немножко магазинов. Желайте остальным
Счастья, здоровья, хай мэр желает. Желайте, чтобы они точно так же учились и не продавали детям пиво, водку. Конечно. Ну давайте, желайте быстренько, желайте. Пусть случай можете передать кому-то пример. Привет. В интернете есть вы? Зарегистрированы где-то? Да. Где? ВКонтакте. Ты ВКонтакте? Да. Ну все, найдете дядю Юру. Я визитку вам дал? Да. Вот это я все это там поставлю. Хорошо. Ну все, ребята, спасибо вам большое.